игру? Конечно, пройти обучение. Я не очень разбираюсь в этой игре. Эти кнопки подсказка. В трудную минуту она покажет персонажа, предмет или область применения. Нажмите, чтобы продолжить. Это кнопка видео. Она покажет, как пройти текущую сцену. Нажмите, чтобы продолжить. Вам не нужен курсор домой, поэтому... не мешало. Попробуйте подобрать сыр. О, боже мой, их любимое слово. Персонажи взаимодействуют с предметами по-разному. Выберите шефа, пусть действует он. Нет, гуговская. Подберите сыр. Выберите сыр, чтобы использовать его в качестве инструмента. Положите сыр на стол. Руководство на этом заканчивается. Удачи! Господи, ты что делаешь? Ага. Ну что-то анимации такие медленные, господи. С уксусом, с горчицей, с маслом, с майонезом еще скажи. С майонезом. Обязательно ты здесь? Боже, какая загадка. Он сразу сюда, разве нет? Thank you.
Интересно, у нее кошка? Интересно, я. Хорошо. Окей. Ну ты мне мешаешь, понимаешь? Ловушка. А ловушку нельзя сюда поставить? Чего журнал, интересно? Масло. Ой, зараза ты такая. Здесь ничего нет, все. Надо как-то его заманить. Уже нельзя, не хочешь. Может, наоборот совсем? С маслом? С уксусом, с горчицей, ну с чем, например? Это за еда такая? Сосиски с крысой?
Да в смысле? А дуршлаг еще немножко ниже дельца, что ли? Да почему именно здесь? Вот почему? Сколько, блин, крыс. Да ты серьезно? Подожди-ка, а журнал можно поставить? Пипец просто. А что... Журнал дает. Желтый цвет, типа желтый притягивает. Очень сильно. Зад бы почесал. Первый уровень. Но он ничего не хочет сделать. Зеленый не очень хочет, ничего не понимаю. Хорошо. А почему именно здесь? Ну, только так. Только так. А душ можно поставить? Серьезно, сыр уже нельзя порезать, да? Он? Может двойной эффект сделать? Ну, допустим, сыр большой, пусть такие это... Допустим.
Я не понимаю, для чего журнал? Он тупо не катит фетт наверх. Журнал нельзя. А может сначала журнал, а потом этот? Ловушку сейчас забираем. Наверное, журнал потом. Задавай. Студия по форме, наверное, код. Такой мир устроен. Должно заработать. Звоним. Сколько у него мышей? Вот и
еще интересный вопрос. Он, конечно, повар, но сколько мышей? Это, блин, легион. Берем кусочек сыра и немножко туда. Почему ты не берешь? Давайте журнал мы уберем. Журнал мешает. Нельзя вниз, вот, нельзя вниз поставить. И не и нож, и то, и все. Вот нельзя. Ловушка. Хочу еще вниз поставить. Ниже прям. Нет, ниже не получится. Так как задумано. Нам ничего не делает, вообще ничего не делает. А, да чтоб тебя! Собака, господи. Ну как в первой части с роялем. Ну все, попался. Мразота. Приятного аппетита. В смысле? Туслы 4. А кисок он любит? Скорее всего, кисок. Что-то от любви он отталкивается, вниз поехал. Если так и работает, ну и у меня уже голова не работает. Значит так. Берем сыр. Переворачиваем. Грызуны. Надеюсь, грызуны такие останутся. Грызуны такие остались. Чтоб на одной волне было, да? Зараза, собака, господи. Да кто ты такой, господи, кто ты такой? А может, подожди-ка, сыр прибавляет, по диагонали едет. Когда он...
едет прямо, он отвернулся. Ну, то есть повернул на журнал. Смотрит. Значит, сюда, да? Тогда вот сюда. Попробуем так сделать. Но только так работает. В смысле? Значит так. Значит, я близко подошел. Это нужно еще немножко влево. Немножечко влево. Бац. Окей. Мы берем журнал. Когда он от журнала уезжает, он уже начинает голову поворачивать. Значит... Вот, ну, думаю, что так работает. Опа! Есть! Попался, ублюдок! Мышка в ловушке. Нажмите, чтобы продолжить. Узник совести. Мышьяк. Объявляет голодовку. Ничего не понимаю. Опять надевает, да? Господи. Тебе лишь бы надевать шнур. Слайд-проектор, кресло. Блин, вот это геймерский стул. Стримерский геймерский стул. Кресло-качалка. Как вам такое, а? Слайд-проектор, но ты не можешь врубить. Лучше так. Ну, вроде. Это его сейчас одежда? О! Да в смысле?
Чего не понимаю? Ты понимаешь, понимаешь. А почему именно так работает? Обязательно тебя нужно, да? Во, нормально. Вот кто убийца. Так, нужно запомнить. Обязательно он нажимает, господи. Да в смысле? Ай, да ты серьезно? Ай, подожди-ка. А для чего он делает? Мы же его ищем. Thank you.
меня, короче, опять застрял. Ну, вроде исправить можно. Я все обосрал. Господи. Мне что, нужно полную картину составить? Ты смотри-ка, а?
Ладно, немножко как-то поразбросаем. Лучше так. Нет, не так. То есть так не работает, то есть нужно создать полную картину. Я даже не знаю, как сохранить двойку. Нормально. Надо нужно убрать. Хорош. Есть. Эфитерий. Ух ты ж. Доска розыска. Сторож. Давно сидим? Давно сидим? Порядок. Давно сидим? Ты чё не отвечаешь мне? Только не говорите, что его убили. Да что ты будешь делать? Пивно нужно сходить? Ну, если хочешь пива. Окей. Ой, пивасик. Туалет? Смыл. Хорошо, понятно. Агрегат, касса, тарелка. Берем тарелку? Понятно. Очень смешно. Обхохочешься. Ты серьезно? Ты съел баранка? На столе лежала баранка эта. Ничего не понимаю. А, я тоже ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Я не то нажал. О, бочка. А ты тоже пойдешь в туалет? Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Зачем в туалет? Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Бочка-то нафига? Ух ты ж. На все.
А почему 3 написано? А канистра на 5. Ничего не понимаю. Наберем канистру. Сразу канистру взяли. А ну назад! Лишнего туалета! Обязательно все. Ничего не понимаю. 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 Хорошо. Ой, с этими с весами, конечно. Берем часы. Два, да? Ничего не понимаю. Сейчас поймем. А на три хватит? А, ты смотри. Теперь ты недовольный. Я понял. Обязательно все выливать, господи. Это ж не тройка, это ж точно пятерка. Мы ж канистру возьмем сейчас. Это что, одна в канистре осталось? Значит так, выливаем все. Ничего не понимаю. Да поймем, поймем. Ничего не понимаю. Пятерка на 4 литра. Так. Остается. Берем это. Блин, математика, ёшкин кот. Ничего не понимаю.
на 4 литра. 5 литров хватит. Конечно, пиво я тебе дал. Кто тут изверг? Куды? Ну туды. Подожди. А. Турникет. Ну, просто посидеть, да? И ты тоже можешь, да? Понятно. Хорошо сидим. Ах, хорошо-то как. Доска? Ничего не понимаю. А почему ты? Серый? Ничего не понимаю. 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 Чего доска? Ничего не понимаю. 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 А, подожди-ка. Ничего а в смысле? Не ничего не понимаю. Хорошо, так, заново. Я тоже ничего не понимаю. Окей, если сидишь, веселишься. Куды? Куды? Касса. Поставь доску на пол, можно?
Ничего не понимаю. Доску я отломал, а что делать с этой доской? Куды? Касса. Касса! Ой, господи, ничего не понимаешь. Обед. Нужна эта херня. Куды? Обед. Звонить, что ли? Ничего не понимаю. Вы только не говорите, что опять как в 15 уровне. У него телефон есть, то есть позвонить можно. Ничего не понимаю. Так, хорошо. Ничего не понимаю. Да позвонить ему. Отвалю-ка. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Доска вот как-то доска слабая, маленькая. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Мысли. Телефон взять и позвонить. Ничего не понимаю. Это очень очевидно. Ничего не понимаю. Ты тоже не понимаешь. Я тоже тогда не понимаю. Но там ничего нет. Братья пилоты, а? Что вы будете со мной делать? Обед. Доску сломал. Алло!
перезвоните! Алло, алло! Алло, алло! Перезвоните! Ничего не понимаю! Шикарно. Догонять. Ну вот. Жмите, чтобы не будем нажимать. А в это время пианист Мышьяк выходит на связь. Серьезно? О, понятно. Вот в смысле? Thank you.
как взять? Поменять, что ли, ролями? Почему он не берет? Это такая анимация, ну-ка еще раз. Здесь все правильно делаю.
Вот зараза. Надо, походу, зонт взять. Да почему? Да зараза. А вот это ты попал. Еще раз попал. Ну, зараза. А, вот так и ты попадаешь. Это так будет бесконечно. Вот зараза. То есть нужно в тайминг, что ли, попасть? Интересно, как он бросает этот зонт? И что ты застрял? Попадет?
Окей, заново давайте. Пипец какой-то. Так. Надеюсь, заработает. Окей, попал. Пойдет? Ну, наконец-то. Сейчас попадет. Как ты вообще стреляешь, господи? Мне нужно в последнюю секунду взять зомб. Без этого никак. Серый, давай. Thank you.
Я тоже ничего не понимаю. Это у вас, конечно, уровень. Только вагон тупо и все. Наконец-то, блин. Хоть попадаешь. Еще раз можешь, чтобы убедиться. Что? Ну а кто берет? Вот зараза, что это такое? Именно в последнюю секунду все это действие происходит. Наконец-то, я не знаю, как я взял, но я взял. Ничего не понимаю. Поймешь.
Тем временем боец спецназа Мышьяк приступает к решительным действиям. Какие мысли? Ну типа как с крысами, да? Козлы, вот ты не говори, козлы, настоящие. Эй, тихо, эй. Сломал. Что-то он начинает у меня прыгать. Достаешь, что ли? Там какой-то у них. Ага. Я не понимаю. Ограничения какие-то. Или на один и тот же цвет нельзя. Цвет нельзя. В смысле? Козлы.
Козлы! 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 Настоящие козлы! Натуральные, без ГМО... О! Ах, зараза. У них как-то разное время. А мы прошли? Ну, типа, окей, ладно. Кот топога, кот бургер. Съезд знатных кулинаров в самом разгаре. Блин, какие джинсы 3D-шные. Ой, господи. Нарисованных не могли бы здесь сделать? Конечно. О, блин, еще кирка. Да не обязательно. Кирку берем. Кирку херачим деревом, да? Понятно. Тебе лишь бы покатать. Ах, господи. Да нет, действия. Веревки. Да. Ничего не понимаю. Забор. Шмотки. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Дверь. Стоп. Кирка. Ничего не понимаешь. Я тоже ничего не понимаю.
ничего не понимаю. Ничего не понимаю. А что тут понимать? Темнеет. А тебе только лишь бы кирки, блински. Так, хорошо, заново. Ничего не понимаю. Но зато вот это ты понимаешь, да? Ах, да ладно тебе! Ах ты ж мразь! О, не-не-не, стой! Не, ну вот это ты, конечно, ничего не понимаю. Да подожди ты. И так. И дырявый, что ли, я не могу понять. Хорошо, может, веревку? Так, джинсы или носок? Ничего не понимаю. Да я тут тоже. Сук. Ничего не понимаю.
Понятно. Понятно. Убежит. Ну, бежит. Нет, не убежал. Сумо. Ух ты, шварит с аппетита. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ой, морковочка. А это автомат опять? Надувной? Попал. Ну так пусть он разберется с этим. Спелая. Блин, да кто так бросает? Вот зараза! А, зато ты аккуратно. Да в смысле? А, мусоропровод. С открытым, конечно. Не хочешь проверять, да? Проветрим.
это пофигу. Проветрим. Ты ничего нет. Мусоропровод. Что он должен проверить? Бананы. Бросим. Кому что делать? Просто тупо мешать, да и все. Не знаю. А что если туда еще раз сделать? Недоступно. Проветрим. Проветрим еще как? Проветрим. Good. Все, спасли? Ой, серьезно? 9 миссий?
Ага, окей. Что-то быстро.